Ну и прикрывалась, когда строила отношения с Захаром. Стиль. В смысле? Тогда что мы говорим о том, что Захар изменил тебя с Яндальцевой? Получается, ты все это время изменяла ему со мной? Да! А как? У нас волшебства не было. Ну и что ты душой изменяла? Моральная измена еще хуже. Ты, получается, падшая духовная не физически, измена? А духовно женщина. Влад, ну перестань. Вывел нормально я. Ну как, ты спала с Захаром, а представляла мою физиономию. Это измена. Причем измена сразу двоим. Это ты с чего взял, что я в этот момент думала о тебе? Ир, ну тогда уходи за периметром, за периметр. С тобой? Нет, не со мной. А тебе? А там... Просто будь. Зачем мне уходить за периметр? Потому что... Я хочу услышать это от тебя. Значит так, кокетка, собралась? Да, все. Значит, смотри. Да. Если в твоем сердце поселился Влад Кадони, и мелок от тараканов не помогает, чтобы он оттуда выселился, тогда выселяйся ты за ворота. Нет. Как нет? Я дождусь того парня, который... Лучше меня нет, Ир, не дождешься. Блин. А вдруг появится? Не, невозможно это. Появится. Я верю в хорошее будущее. Но все равно это невозможно. Возможно, возможно. Ир, ну правда, вот слушай. Владик, ну вот несмотря на то, что в мою сторону проявляются ребята, к сожалению, это невзаимно. Создавать фиктивные отношения я на проекте не хочу. Поэтому я надеюсь, что здесь появится тот парень, и у меня появится желание с ним строить отношения и показывать красивую историю любви.